Завершено административное расследование по факту загрязнения реки Увать нефтепродуктами. Специалисты Росприроднадзора установили, что виновата в этом и в ТЭЦ-2 филиала Владимирский и ПАО Т+. В сточных водах предприятия было обнаружено превышенное содержание нефтепродуктов. В результате организации должностное лицо привлечены к административной ответственности. Выдано представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению правонарушения. Также предприятию придется возместить причиненный водному объекту вред в размере более 400 000 рублей. Напомним, что масляные радужные пятна под инженерным мостом на Уводе бдительные горожане заметили еще 13 января. Спасатели установили боновое ограждение, затем был произведен сбор нефтепродуктов, очаги загрязнения обработаны специальным сорбентом. Теперь, согласно результатам химического анализа проб воды, стоки предприятий, попадающие в Уводь, соответствуют установленным нормативам.